Ну, смотря какая работа. Если есть послабления какие-то в дресс-коде, работодатель позволяет, то, конечно, можно и джинсы надеть. Ну, сейчас лето, я думаю, не самая благоприятная пора для штанов и джинсов, для девушек, по крайней мере. Поэтому я, конечно, предпочитаю юбки. Рубашку? Ну, вообще у нас дресс-код есть. Поэтому рубашку одел. Так бы футболки был. Сейчас в нашем городе стали носить шорты. Насколько это эстетично? Это очень эстетично. Ноги кривые, бледные, ноги с волосами. Люди не знают, что такое пяточки. Привести себя в порядок. Жить, вот мы, допустим, из совка. У нас свое видение. Мы ходили, по-другому одевались. Но молодежи многое простительно, конечно, сейчас. Поэтому, в принципе, надо программу лояльности включать. Ну, костюм куда-то выйти, наверное, на работу. Ну, в смысле, на выход. Где-то работаешь, смотря. А готовы отказаться от классики или нет? Нет, нет, не готов ни в коем случае. Почему? Это стиль, это выражение себя. Когда ты вот какой-то возраст переходишь, да, черту, то есть ты должен как-то себя позиционировать с лучшей стороны. То есть здесь ты должен выделяться, и в моей работе также это имидж и стиль должен подчеркивать тебя.